Осипа Матфею, митрополита Волоколамского Илариона Алфеева, исполнители Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь, заслуженный коллектив Государственная академическая хоровая капелла имени Жирмы, митрополичий хор Минского Свято-Духова кафедрального собора. Солисты: Ирина Крикунова, сопрано, Елена Солова, меццо-сопрано, Станислав Трифонов, баритон. Соло в оркестре: Александр Каражев, альт, Евгений Микляев, виолончель. Текст Евангелия на белорусском языке в переводе Библейской комиссии Белорусского экзархата читает Олег Винярский. Дирижер – народный артист Беларуси Александр Анисимов. Oh,
пойшовший до перши святаров, сказал: «Что вы дасте мне, и я вам выдам его?» Яны пропоновали ему 30 сребреников, и с того часу он шукал нагоды выдать его. Скажите ему: наставник каже, час мой близкий, у тебе справлю Пасху с вучнями моими. И зробили вучни, як загадал им Иисус, и приготовали Пасху. Коли ж звечарела, он узлег с 12 вучнями, и коли яны ели, сказал: правду кажу вам, что один из вас выдасть мяне. Яны вельми засмутились и почали говорить ему, кожный из них: «Ти не я, Господи!» При этом Иуда, яким мел выдать его, сказал: «Ти не я, Рави!» Иисус каже ему: «Ты сказал». А коли яны ели, Иисус, узявши хлеб и благословивши, переломил, и раздаючи вучням, сказал: «Примите, ешьте, гэта тело мое». И узявши чашу, узнес подяку, подал им и сказал: «Пите з яе усе, бо гэта кров моя, нового заповету, якая за многих проливается деля отпущення грахов. Кажу ж вам, что с этого часу не буду пить от плоду этого виноградного до того дня, коли буду пить с вами новое вино у царстве Отца моего». И проспевавши хвалу, яны пошли на гору Елеонскую. Thank you.
все вы усумнитесь обо мне в эту ночь, бо написано: поражу пастора, и рассеются овечки стада. Пасля ж воскресенья моего я обережу вас у Галилеи. В отказ Петр сказал ему: коли и усе усумнятся у тебе, я не усумнюся. Сказал ему Иисус: правду кажу тебе, что в эту ночь, перш чем заспевая певень, тройчи отрачешься от меня. Каже ему Петр: коли б мне треба было и померти с тобою, не отракуся от тебе. Подобное и все учни казали. Yeah.
Сергій, з Мяджані і Калані, ад перші святаров і старейшин народа, а той, хто выдавал его, дал им знак, кажучи, «Кого я поцелую, то и есть, возьмите его». И одразу, подошедши до Иисуса, сказал, «Радуйся, рави!» И поцеловал его. Иисус же сказал ему, «Дружа, чего ты пришел?» Тады подошли и усклали руки на Иисуса и узяли его. У той час сказал Иисус народу, «Быцем на разбойника вышли вы, с мячами и колами, как узять мене. Кожный день с вами сядел я, учачи в храме, и вы не узяли мене». А все это было, как сбылися писание пророков. Тады все мужни, покинувши его, поутекали. Yeah.
Иисуса привели Его до Каиафы, першесвятара, куди собрались все книжники и старейшины. Петр же ішов следом за ним в отдаль до двора першесвятарового и, увойшовши в середину, сел со слугами, каб бачить конец. Першесвятары и старейшины и увесь синедрион шукали лживого свершения супроти Иисуса, каб отдать Его на смерть, и не знаходили. И хоть шмат лживых свідків приходило, не знайшли. Але нарешті прийшли два лживые свідки і сказали, і он говорив, могу розбурить храм Божий і за три дні збудувати його. І уставши, перший святар сказав йому, нічого не відказуєш на тое, що я не супроть тебе свідчить. Ісус же мовчав. И перший святар сказав ему, заклинаю тебе Богом живым, скажи нам, ти ты, Христос, Сын Божий. Каже ему Иисус, ты сказал, навод кажу вам, с гэтага часу убачите Сына Человечего, что сядить праворуч силы и прыйте на облаках небесных. Тады перший святар разодрав одзенне свое и сказал, «Ён блюзнерыць, якую яшчэ патрэбу мы маем у святках? Вось цяпер вы чулі блюзнерства яго, як вам здаецца?» Яны ж сказали у адказ, «Ён варты смерти!» Тады плявалі яму ў твар і штурхалі яго, а некоторые били по щеках и казали, «Скажи нам, Христе, кто ударил тебе?» Ты был с Иисусом Галилеянином, але ён
адрокся перед усими, сказавши: «Не ведаю, что ты кажешь». А коли он выходил за браму, убачила его другая и кажет тем, какие были там: «И гэты был с Иисусом Назареем». И снова адрокся он с клятвой: «Я не ведаю гэтага человека». Крыху поздней подошли тые, что стояли, и сказали Петру: «Сапраўды, и ты з их, бо и гаворка твоя выдае тебе». Тады он почал клястись и божиться: «Я не ведаю гэтага человека». И тут же заспевал певень, и вспомнил Петр слово Иисуса, який сказал ему, перш чем заспевая певень: «Ты тройчи одрачешься от меня». И вышелши вон, заплакал горко. Отдал 30 сребреников першосвятарам и старейшинам, кажучи: «Согрешил я, продавши кров невинную». Яны ж сказали: «Что нам до того? Гляди сам». И кинувши сребреники у храме, он вышел и, пойшовши, повесился. Христос воскрес, 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 Христ
кажучи: «Ти цар іудейський». Ісус же сказав йому: «Ти кажеш». І коли обвинувачували його перші святари і старейшини, йон нічого не відказував. Тоді каже йому Пілат: «Хіба не чуєш, кольки свідчить супроть тебе?» І йон не відказував йому ні на одно слово, так що правитель вельми здивлявся. А на свято правитель мав звичай відпускати народу одного в'язня, якого пожадають. Був тоді у їх відомий в'язень, званий Варавва. І ось, коли собралися яны, сказав їм Пілат: «Кого хочете, каб я відпустив вам, Варавву чи Ісуса, якого зовуть Христом?» Яны сказали: «Варавву». Каже їм Пілат: «Что ж мне робить с Иисусом, якого зовут Христом?» Кажут ему усе: «Нехай буде распятый». Правитель же сказал: «Якое ж он зло учинил?» Але яны яшче мацней кричали: «Нехай буде распятый». Пилат, убачивши, что ничего не допомагает, а неспокойно растая, взял воды и умыл руки перед народом, кажучи: «Не виноваты я у крыви праведника этого, глядите сами». И отказывавший весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тады отпустил им Варавву, а Иисуса после бичевания отдал на распятие. Тады воины правителевы, узявши Иисуса в приторию, собрали на его целый полк и, раздевши его, надели на его пограницу. И, сплевши венец с терням, усклали на голову его и дали ему правую руку кий. И, ставши перед ним на колени, глумилися с его, кажучи: «Радуйся, цар иудейский!» И плевали на его, и, взявши кий, били его по голове. И, коли наглумилися с его, сняли с его пограницу и обранули его у оденни ягоные и повели его на распятие. Дали ему письмо сад, смешанный с желтью, и подождал
над головою Его надпись с указанием вины Его. Это Иисус, Царь Иудейский.
ось, завеса храма разодралась наполам, сверху до низу, и земля страсянулася, и скалы раскололися, и могилы открылися, и многие телы спочилых святых увоскресли, и вышевши из могил после увоскресения Его, увойшли у святый город и явилися многим. Сотник же и тые, что с ним вартовали Иисуса, бачачи землетрасенье и все, что отбылося, переполохалися вельми и казали: «Соправды, он был Сын Божий». Были там и глядели издалек многие жанчины, тые, что пошли за Иисусом с Галилеи и служили Ему. Сярод их были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Осии, и мати сынов Зеведеевых. Thank you.
пришел богатый человек из Аримафеи по имени Иосиф, який и сам был лучшим Иисуса, и он, пришелши до Пилата, попросил тело Иисусова. Тады Пилат загадал отдать тело, и, взявши тело, Иосиф обгорнул его чистою плащаницею и поклал его у новой своей могиле, якую высек у скале, и, приваливши великий камень до дверей могилы, отошел. Была ж там Мария Магдалина и другая Мария, якие сидели насупроть могилы. На другий день, наступный после пятницы, собрались первые святары и фарисеи до Пилата и казали: «Спадар, мы вспомнили, что ашуканец той еще, коли бы уже вы, сказал, про три дни у воскресну, так вось, загадай вартовать могилу до третьего дня, как лучший его, пришелший в ночи, не украли его и не сказали народу, у воскрес с мертвых. И будь опошнее шуханство горшим за першее». Пилат же сказал им: «Маете варту, идите, оковывайте, як знаете». И они пошли и стали оковывать могилу, приклавши до каменя печать и поставивши варту. Затремтели вартовники и зробилися, як мертвые. Ангел же, промовляючи до жанчин, сказал: «Не бойтесь вы, бо ведаю, что вы Иисуса распятого шукаете. Яго няма тут, ён воскрес, як и казал. Подойдите, побачьте место, где лежал Господь, и хутко идите, скажите учням яго, что ён воскрес с мертвых, и будь раней за вас у Галилеи, там яго убачите. Вось, я сказал вам». И пошелши хутка от могилы, яны со страхом и радостью великою побегли обвестить учням яго. Коли же шли яны обвестить учням яго, то вось Иисус сустрел их и сказал: «Радуйтеся». И яны, приступивши, обхопили ноги яго и поклонилися яму. Тады каже им Иисус: «Не бойтеся, идите, обвестите братам моим, как пошли в Галилею, и там яны убачить мяне». 11 же учнев
пойшли в Галилею, на гору, куды загадал ему Иисус, и, убачивши его, поклонилися ему, а иншие усумнилися, и, приступивши, Иисус сказал им: «Дати на мне уся улада на небе и на земли, дык идите, научите усе народы, хрыстивши их у имя Отца и Сына и Святого Духа, вучачи их выконывать усе, что я заповедал вам. И вось, я с вами во все дни до скончения веку. Аминь».